Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет обзор и универсальный набор профессионального инструмента от компании Джонсвей на 128 предметов. Набор поставляется в бумажной упаковке. Видите, здесь награды указаны инструмента Джонсвей. Внизу Professional, профессиональный инструмент, и пожизненная гарантия. С другой стороны упаковки полностью комплектация и адрес производителя. Остров Тайвань. Улица, адрес, то есть завода самого. По комплектации набора. В нижней части у нас две трещотки. Под квадрат 1,2 трещотка. Переключатель, вот такой круг. Круговой переключатель. То есть, если вы видели 127 набор, там идет флажок переключателя трещотки. Здесь круговой вот такой круг, который переключает реверс справа-влево. Имеет быстрый сброс трещотка. Рукоятка из резины. Надпись на рукоятке Джонсвей. Надписи Джонсвей на самой трещотке, на металле нет. Далее трещотка под квадрат 1,4. Также с круговым переключателем реверса. Кстати, очень удобно. Имеет быстрый сброс головки и резиновую рукоятку. Два Т-образных воротка. Квадрат 1,2. И под квадрат 1,4. Также имеют надпись Джонсвей и номер согласно каталога. CRV, материал изготовления, хром ванадий. Так, удлинители. Под квадрат 1,2 три удлинителя 125 мм, 250 мм и удлинитель 50 мм с шаром вот, на 50 мм. Удлинитель с шаром очень удобный, потому что вот в труднодоступных местах головку можно расположить под углом. Видите, она вот свободно передвигается. То есть не зафиксирована полностью. И три удлинителя под квадрат 1,4. 150 мм. Удлинитель 75 мм. И 50 мм. Также шара квадрата 1,4. Под квадрат 1,4 также в наборе есть гибкий удлинитель. Так, далее по комплектации. Два кардана. Квадрат 1,2, 1,4. Карданы скреплены винтами. То есть не проклепаны заклепками, а на винтах. Два набора ключей Г-образных, ключи Торкс и ключи шестигранники. Ключи шестигранники имеют сзади клипсу для того, чтобы можно было повесить на ремень. Так, две свечные головки 16 мм и 21 мм. Головки внутри не с резиновыми вставками, а внутри магниты, то есть намагниченные. Вороток шарнирный, длина 37 сантиметров. Кстати, очень удобный, не срывать гайки, то есть не срывать трещотками, а срывать именно вот таким воротком. Также имеет номер согласно каталога и надпись Джонсвей. Набор Кернер и зубил. Такой пластиковый держатель идет. Так, телескопический такой магнит, чтобы можно было достать упавшие гайки, болтики. Длина его в развернутом состоянии составляет 65 сантиметров. Тоже очень полезная вещь. Молоток вес 500 грамм. Длина молотка 32 сантиметра. Материал ручки указано орех. Набор бит, встроенный в головку. Здесь идут торксы и шестигранные биты. Шлицевые биты отсутствуют, только шестигранные и торксы. Самая большая бита на 6 граней.
17 миллиметров, довольно большой размер. И биты Торкс. Самая большая бита Торкс здесь у нас на Т27. Далее, набор шестигранных головок. В наборе их 30 штук. Самая маленькая головка 4 мм, 6 граней. И самая большая на 32 мм. Вес головки на 32 мм составляет 220 грамм. Головки полуглянцевые, полуматовые. Видите, здесь такой линия, как ребристая. То есть головка состоит из двух частей. Надпись Джонсвей, номер согласно каталогу и размер головки 32 мм. Набор головок длинных 12 штук, 7 мм самая маленькая головка длинная, самая большая у нас идет на 19 мм шестигранная. Так, по нижней крышки все показал, переходим к верхней. Верхний у нас довольно большой набор комбинированных ключей, 19 штук. Самый маленький ключик 6 мм комбинированный. Надпись From Vanadi, с этой стороны Джонсовой и номер. Весь инструмент в наборе имеет свой номер согласно каталогу Джонсовой. И самый большой ключ на 32 мм. Очень хорошо защелкивается инструмент в крышке, что вы подключаете его в выпадание. Набор разрезных ключей. Здесь их 5 штук. Их в основном используют для трубопроводов, для откручивания. Размеры ключей разрезных 8, 10, 9, 11, 12, 13, 14, 17 и ключ 17, 19. Набор отверток. 6 отверток в наборе. Шлицевые и крестовые отвертки. Синие это крестовые, красные в наборе шлицевые. Очень удобные рукоятки, мягкие, то есть обрезиненные. Очень приятный материал, это резина. И Джонсвей надпись. Имеют надпись размера отвертки. И номер согласно каталогу. Отверток 6 штук. То есть маленькие, средние и большие. Трубные клещи длиной 250 мм. Очень полезный инструмент. Так, пассатижи. Пассатижи в наборе 175 мм, рукоятки пластиковые, бокорезы длиной 150 мм. Так, весь инструмент в наборе, он подписан, имеет надпись, где располагается в каждой ячейке, то есть своя ячейка есть, подписаны. Данный набор Джонсвей является универсальным, потому что здесь оптимальная комплектация. Не хватает здесь только головок Торкс докупить. В принципе, весь инструмент для обслуживания автомобиля присутствует. Отличие от 127 набора, 128 не имеет головок Торкс. Отличие в трещотках. Здесь круговой переключатель, там просто вот флажок. И немножко отличается по дизайну сам инструмент, рукоятки, отверток. То есть, в принципе, самое основное отличие это нет здесь головок Торкс. Есть биты Торкс, но нет головок Торкс. Биты, которые вмонтированы в головку, они используются в наборе с трещотками или с воротками. То есть именно рукоятки отверточной под биты нет. Под Джонсвей набором в интернете и от пользователей, которые покупали у нас в магазине, только положительные отзывы. Инструмент крепкий. В основном славятся очень трещотки их.
крепостью. Ну, сразу вот скажу, что в каждом видео, когда вы берете инструмент качественный в руки, то сразу видно по нему. Материал изготовления, плюс очень визуально качественно изготовлено. Поэтому качественный инструмент сразу, когда открываешь, сразу видно. По кейсу. Кейс довольно большой, и сейчас размеры вам покажу. Отвертку зафиксировал. Так, по размерам кейса. Ширина кейса 60 сантиметров, длина кейса 43 сантиметра и высота кейса 9 сантиметров. Запирание набора осуществляется на 4 защелки. Две по бокам идут и две черные из пластика также идут впереди. Надпись Джонсвей. Ну, пластик довольно, то есть он не мягкий и не твердый, что-то нечто среднее. Состоит кейс из двух частей, скрепленным, то есть пластиковыми замками. Вес набора составляет 15 кг. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Ставьте лайки, ставьте комментарии, кто имел опыт использования данного инструмента. До свидания.